Малыши с удовольствием изучают развивающие игры и новые книжки, угощают мам плюшками и супом. Юные пациенты детской поликлиники на улице Говорова быстро освоили только что открывшуюся добрую комнату. Дети, когда приходят вместе с родителями в поликлинику или в больницу, понятно, что все испытывают стресс, и старшие, и младшие. И, конечно, надо вот находить такие для них зоны, где они могли бы, так сказать, с комфортом там как-то посидеть, поиграть, позаниматься какими-то детским развитием. И, конечно, это ослабит стресс от посещения медучреждения. Я считаю, что это немаловажно для того, чтобы действительно не травмировать ни психику ребенка, и вообще улучшить и привести к здравому смыслу сам процесс прохождения каких-либо процедур в детской поликлинике. На открытие доброй комнаты приехали одинцовские депутаты-единороссы. Они вручили благодарственные письма двум юным художницам, лауреатам окружного конкурса «Серебряный олень», которые помогли украсить детский уголок, нарисовали на стене белых медвежат и моржа. Несколько добрых сердец сложили свои усилия и создали такую комнату. И, наверное, они должны быть вот максимально сделаны и в поликлиниках, и в больницах, в разных учреждениях, лечебных, оздоровительных, профилактических. Мы на этом не остановимся. Будем продолжать создавать детские комнаты в Одинцовском городском округе. Не остались в стороне и родители. Подарили доброй комнате детские книги и бизиборд, развивающую игрушку, которую сделала одна из мам. Думаю, что все мамы подтвердят, что это очень важно, когда в детской поликлинике есть зона, где может малыш поиграть и настроить себя на визит к доктору. Это и мамам комфортно, и детям. Обустроенный детский уголок в поликлинике очень ждали. Не только родители с детьми, но и медики. Это как объединяющий момент для детей. Они долго ждут врача, они долго ждут прививок. И это будет моментом объединения, когда детям можно будет заняться какими-то делами, порисовать, почитать, поиграть. И это успокоит и родителей, и детей, конечно. Посетители поликлиники с удовольствием поделились эмоциями от новой зоны отдыха. Очень уютный уголочек. Дочь, когда увидела уголок, и у нее эмоции были сразу: «Вау! Очень здорово! Спасибо вам большое!» Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».